Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Северка Плей. И сегодня мы будем постоянно коррективировать по андертейлским союзам. По фанатской андертейлской меню. Наконец. Ищи. Это проблема И давайте мы поиграем в Undertale геноцид, потому что мне уже становится скучно играть в фанатские игры по Undertale. Мы будем играть в оригинальный Undertale на пути геноцида. Мы снова будем... Мы можем продолжить идти дальше. Заново будем играть. А можно заснуть второй раз? Это ты. Все будет то же самое с... Я ж нажала... Вот. Один давно... Это... Легенды Василии, монстры и люди. Еще была война, бла-бла-бла. Underfell. Опять? Господа, это что ли снова Дельтарун? Появляется Дельтарун, но мы называем так. Почему бы не стоит еще перебрать, и почему бы... Три... Давайте мы назовем себя по классическому. Какая идея, моя персонажка будет из этой вселенной.
Но я все еще тебя не услышу. Так, можно бежать? Да, тут можно бежать. Или просто автор вдохновился мной? Кто здесь? О! Или автор просто вдохновился мной, чтобы... Реально, господа, вдохновился мной автор. Можно как убить или убить? Господа, может автор вдохновился мной? Надо было написать не киллер Бетти, а Эрика Фошка. О, да! Дженоса!
Может, будет геноцид, я как сам хоть что знает. Не люблю убивать. Юр, левел восстановлен. Господа, я люблю по пути. Господа, кто не видел мою серию по пути геноцида, в правом верхнем углу этого видео. Господа, я буду всегда здесь по пути геноцида. Еще раз попробуем. А тут можно по пути не создать. Господа, господа, кстати, вы можете, кстати, взглянуть, как я играю по пути геноцида именно здесь. Будет в правом верхнем углу. Господа, господа, если честно, вы можете мне сделать фанатскую игру по Undertale, да, чтобы вы мне дали, чтобы я поиграл. Господа, гляньте, вдохновился мной этот автор или же нет? Kills 5. Убийство.
Ваша лучше покрыта. Вы наполняетесь этим. Короче, тут есть, короче, господа, тут, короче, есть две пути. Пути на цели, путь пацифизма. Ну, мы, конечно, с вами были злой человек. А, если лавы, то давайте мы сохранимся на всякий пожарный допуск. То мало ли, давайте мы сохранимся. То мало ли, нет, надо было этого не делать. Это сразу приведет к потере пути геноцида, как я думаю. Что давайте мы. Пудина сюда нам не дару. Киллер Бетти. Или, господа, Киллер Бетти, или как, господа, или как в кратке, стой, шипи, Бетти, я за нее играю, она играет. Ага, ну никто не пришел. Давай. А вдруг? То же самое. Мы тут убили. Получается, нам надо это сделать. Мы убили человека. Это не потеря геноцида, получается, так. Господа, когда я снимаю, там шумлят! Вода сохраняет героиня. И мы закончили. Да. О, мы приехали. Господа, если мы пойдем еще дальше, то мы потеряем пути геноцида, так что нам не надо. Три раза.
Я умер! Я умер. Я не боюсь. Если бы ты бы не боялся, ты бы меня бы не бил. Я сейчас приду, господа, если честно, вы можете, господа, если вам интересна правда эта игра, вы можете поиграть по ссылке в описании. Я, господа, если честно, я дам ссылку на эту игру, и вы поиграете сами, и вы защитите саму себя, можете в любой момент пройти на хоть 11 или на хоть пацифиста, как вам удобно. Я же тут была. Раз открыли для себя новую форму. Убьем, чтобы не потерять пути на себя. И вот, господа, я назову Genocide. Господа, знали, как переводится стик? Палка. Нам палка еще понадобится. Но никто не пришел. Thank you.
Мы это видим. You can't hear horse. Что за переводчик? You can... Короче, мы по пути геноцида действуем, и как это... You can... You can... hear footsteps. Сейчас мы это переводим. Вы можете услышать шаги. Вы спрятались в надежном месте. Но мы ее убьем! Без пощады, без ничего. Мы ее убьем. Нас просто убили. Ну, мы будем продолжать в следующей серии. Всем пока, увидимся в следующей серии. Короче, это будет геноцид. Thank you.
это продолжение. Сохранимся, чтобы то же самое не проходить. И сейчас то же самое будет, да? Да, нас пульнули. Это было демо? Серьезно, вы издеваетесь? Ну ладно, будем играть. То же самое. Господа, получается, нам надо по пути. Это было демо. Путь геноцида закончился так, да. Как-то несчастный путь геноцида закончился именно так. Я обожаю эту команду. Может, надо по пути пацифиста подействовать, может, там что-то получится. Всем бай-бай, увидимся в следующей серии. Путь пацифиста будет именно сегодня. Господа, я не понимаю, может, надо по пути пацифиста подействовать? Я не знаю, там просто картинки. Неймкиллер будет, может. Mm-hmm.
Продолжение какое-то следует. Я не знаю, какое-то продолжение. Боже, господа оригиналы. Господа, может мне надо по пути пацифиста пойти? Может что-то появится, что-то. Может, видите? А, это Дэм. Если я по пути пацифиста подействую, то мне надо вообще. Понятно. Будем ждать обновления. Всем бай-бай, увидимся в следующих сериях.